себе шведа должен брать на себя. О, вот это момент! Быстрый кроссовер. Освободится он в любой момент от Кисунов. Какой красивый момент! И Девонте Кейков только добавляет этому моменту. Задача Андрея Марчука. И тут же быстрый отрыв. Девонте Кейков. Мощный слэм. Опять же, для тех, кто его держит только от прохода. Отличное напоминание, но Каспер Вэр тут же отвечает. Не дает ЦСКА поднять голову своему оппоненту. Обычно попадает. Джарлин Баффер здесь не позволит совершать свободный бросок, но его совершает Ливио Жаншарль. Вот это да. Получится ли быстрая атака? Даллас Мур один, Кейков его не увидит сразу. И здесь вот то, что умеет делать Кейков лучше всего.